Остался один шаг, майор. Остатки армии Драговича окружены в поселке Красное. Они там крепко засели и не желают сдаваться. Кроме того, в поселке полно гражданских, трясущихся за свои дома. Пора заканчивать этот спектакль. Не спешите. Не выходите из-под прикрытия. Вторая группа группируется вокруг меня. Готов, сэр! Комендант? Так точно! На связи! Уже в пути! Помощь идет! Уже в пути! Слушаю. Так точно. Есть вопросы? Выступаем. Уже в пути. Yes, sir. Так точно. Слушаю. Вот и нету одного. Как скажете. Слушаю. Как скажете. Уже в пути. Слушаю. Выступаю. Уже в пути! Уже в пути! Слушаю. Вот и нету одного. Цель поражена! У вас есть раненые! Сэр, уже в пути! Уже в пути. Уже в пути. Уже в пути. Комендант? Яволь, выступаю. Объект уничтожен. Помощь идет. Комендант? Молиться поздно. Слушаю. Объект уничтожен. Слушаю. Есть. Связи. Выступаю. Yes, sir. Выступаю. Так точно. Снайпер. Дым. Очистить те здания. Живо. Яволь. Так точно. Уже в пути. Слушаю. 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 Вот и нету одного. Yes, sir. Так точно. Приступаю. Уже в пути. Есть. Помощь идет. Уже в пути. Зарубежные новости. Разгорается битва на подступах к поселку Красное, где родился Драгович. Местному телевидению удалось взять интервью у генерала, и он достаточно оптимистично настроен. Итак? В Сербии вообще нет ни одного бойца, Джеки. Что по этому поводу говорит пресса, меня не волнует. Агрессор разбит. Руководители террористов захвачены в плен. Они предстанут перед военным судом за преступления против нашего народа. Скажите, почему же президент объявил вас террористом? Чепуха. Настоящий террорист сам президент, ведущий страну к полному порабощению зарубежными захватчиками. Меня поддерживает народ и армия. Мы имеем право защищаться и будем защищаться. Есть, сэр! Выступаем!
В атаку! Объект уничтожен. Цель поражена. Цель поражена. Цель поражена. Одним меньше. Слушаю. Помощь идет. К бою готовы. Выступаем. Так точно, сэр. Сэр, выступаю. Помощь идет. Слушаю. Да. Мы в пути. Есть вопросы? Как скажете. Комендант? Молиться больно. Снайпер готов. Ха! Есть! Мы в пути. Не выйдет, сэр. Есть! Давай. Посмотрим. Слушаю. Сэр, помощь идет. Слушаю, помощь идет. Комендант? Коваль! Комендант? Слушаю. Я на связи. Есть, сэр. Выступаем. Есть. Слушаю, помощь идет. Давай. Слушаю. Уже в пути. Есть вопросы? Цель поражена. Уже в пути. Слушаю. Выступаю. Выступаю. Слушаю. Так точно, сэр. Да. Посмотрим. Посмотрим. Уже в пути. Уже в пути. Как скажете. Готово. Цель поражена. О'Коннелл слушает. Есть. Цель поражена. Есть вопросы? Посмотрим. На связи! Выступаем! Примите новый приказ. Да, посмотрим. Есть, сэр! Едем! О'Коннелл слушает. Посмотрим. Бой готов. Мы в пути. На связи. Это война, лейтенант. У нас тоже потери. Хорошо, я выясню, что можно сделать. Есть, сэр! Слушаю. Транспорт потерян. У вас есть раненые. Транспорт потерян. Есть. Пошел, пошел. Вот и нету одного. Уже в пути. Посмотрим. Открыть огонь. Есть. Объект уничтожен. Новый приказ. Давай. Есть вопросы? Готов.
чем проблема? Группа Бейкер подходит с севера. Похоже, мы скоро возьмем их в кольцо. Майор, у нас проблема. Надо уничтожить их артиллерию и очистить плацдарм на западном берегу. Группы Бейкер больше нет. Вам придется действовать без поддержки. Так точно. Сделаем все, что сможем. Yes, sir. Выступаю. 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 Слушаю. Комендант? Я уже в пути. Слушаю. Яволь. Так точно. Так точно. Выступаю. Яволь. Уже в пути. Пиво и умереть. Yes, sir. Уже в пути. Уже в пути. Так точно, сэр. Уже в пути. Выступаем. Уже в пути. Yes, сэр. Уже в пути. О'Коннелл слушает. Мы в пути. Пиво и умереть. Уже? Теперь ты в армии. Блин. К бою готов? Ха! В чем проблема? Выпить пиво и умереть. Ремонт окончен. Мы в пути. Мы в пути. Скорее уже... бы отпуск. Уже в пути. К бою готов? Транспорт на ходу. О'Коннелл слушает. Да, уже в пути. Я на связи. Есть! Готов, сэр! К бою готов? Слушаю. Едем! На связи! Чёртовы комары! Ремонт окончен! Слушаю! Есть! Слушаю! В чем проблема? Почти на месте. Пиво и умереть. Есть! Слушаю. Слушаю. Как точно, сэр? Ремонт окончен. Мы в пути. Слушаю. Ха! Есть! Есть! Ремонт окончен. Скорее бы отпуск. Есть вопросы? Да, посмотрим. Уже в пути. Слушаю. Давай, как скажете. Опять. В чем проблема? Слышите грохот? Без проблем. Почти на месте. Едем. Без проблем. Слышите грохот? Без проблем. Почти на месте. Почти на месте. Есть! Так точно, сэр. Вот бы сюда кинул. На место прибыл. Уже в пути. А? Едем?
Есть, сэр. Опять. Без проблем. Заказывайте крабы. Никого не останется, сэр. Черт возьми. Нет, конечно. Драгович утверждал, что располагает заложниками, и он не лгал. Безусловно, это не лидеры JTF, а пилоты подразделения, сбитые в ходе конфликта. Среди них легендарный пилот Кобра-11, известный тем, что попадает в плен в третий раз. Впервые он был захвачен в Персидском заливе, а затем во время первого конфликта на Балканах. Следите за развитием событий. В чем проблема? В чем проблема? В атаку? В чем проблема? Отель готов! Готов, сэр! Уже в пути! Слушаю! Чего-чего? Без проблем! Слышите грохот? Да. Слушаю. Есть! Ха! Давай, уже в пути. Выступаем. Как скажете. На связи! Есть, сэр. Есть, сэр. В чем проблема? Слышите грохот? Бой готов. Мы в пути. Ремонт окончен. К бою готов. Скорее бы отпуск. Транспорт на ходу. Транспорт на ходу. Слушаю. А? Слышите грохот? Опять. Есть! Есть! Так точно, сэр. Мы в пути. Мы в пути. Мы в пути. Выступаем. Есть, сэр. Уже в пути. Уже в пути! Уже в пути! Уже в пути! Выступаем! Едем! Уже в пути! Выступаем! Уже в пути! Уже в пути! Едем! Уже в пути! К бою готовы! Уже в пути! Есть, сэр! Уже в пути! Едем! Уже в пути! Едем! Выступаем! Едем! Уже в пути! Уже в пути! Уже в пути! Так точно!
Ясар! Ты попал в газеты, парень. Наверное, получишь еще пару пурпурных сердец. Я привык, сэр. Лежи и не высовывайся, пока мы тут не закончим. Обещаешь? Командующий, это О'Коннелл. Нужна артиллерия, чтобы снять огневые точки. Или мы утонем в потерях. Так, майор, я разрешил применять ракеты. Задайте им жару. Слушаю. В чем проблема? Ремонт окончен. Ремонт окончен. Так точно. Опа! На связи. Я на связи. Вот так! Уже в пути. Слушаю. Уже в пути. Выступаю. Транспорт на ходу. Получай, браток. В чем проблема? Получай. Есть там. Есть вопросы? Слушаю. Есть! Слушаю. Не выйдет, сэр. Сэр, выполняем. Уже в пути. Выполняем. Выполняем. Уже в пути. На связи. Есть. Есть там.
Высадка завершена. Уже в пути. В чем проблема? Слушаю. Помощь идет. На связи. Сэр? Слушаю. Есть вопросы? Как скажете. Готов, сэр. Уже в пути. Ремонт окончен? Да. Я на связи. Слушаю. Транспорт на ходу. Слушаю. Опять. Ремонт окончен. Бой готов. Мы в пути. Есть! Мы в пути. Мы в пути. Есть вопросы? Уже в пути. Уже в пути. Есть, сэр! Уже в пути! Один готов. Сэр, не выйдет, сэр. Есть! Цель уничтожена. Ура! Готов! Как точно, сэр? Мы в пути. Есть! Как точно, сэр? Я на связи. Выступаем. Есть, сэр. Что прикажете? Не выйдет, сэр. В чем проблема? Есть, сэр. На место прибыл. Едем. Есть, сэр. Так точно, сэр. Выступаем. Есть, сэр. Транспорт на ходу. Да? Бой готов. Выступаем. Слушаю. Уже в пути. Выступаем. Артиллерия готова. Yes, sir. Так точно, сэр.
Транспорт на ходу. Есть, сэр. Мы в пути. Выступаем. А? Без проблем. Слушаю. 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 Есть. Раненые. Ха! Выступаем. Мы в пути. Выступаем. Мы в пути. К бою готовы. Есть, сэр. Сэр? Не выйдет, сэр. Не выйдет, сэр. Готов, сэр. Уже в пути. Уже. Выступаем. Слушаю. Транспорт на ходу. Транспорт на ходу. Слушаю. Готов, сэр. Слушаю. Есть вопросы? Уже в пути. Есть вопросы? Уже в пути. Давай. О'Коннелл слушает. Ремонт окончен. Транспорт на ходу. Вот бы сюда генерала. Есть, сэр! Есть, сэр! Слушаю! Уже в пути! На связи! Слушаю! Есть! Слушаю! Выйдет, сэр. К бою готовы. Уже в пути. Слушаю. Так точно, сэр. Слушаю. Уже в пути. Объект уничтожен. Вот и нету одного. Едем. Уже в пути. Цель уничтожена. Ремонт окончен. Слушаю. Транспорт на ходу. Транспорт на ходу. Высадка завершена.
едем! Уже в пути! Есть, сэр! Выступаем! Опять! Почти на месте! Есть, сэр! Уже в пути! Что прикажете? Не выйдет, сэр! Готов, сэр! Что прикажете? Выступаем! Уже не выйдет, сэр! Готов, сэр! Мы в пути. Есть. А? Слышите грохот? Есть, сэр! Выступаем! Есть, сэр! Артиллерия готова. Слушаю. Слушаю. Едем. Уже в пути. Уже в пути. Едем. Выступаем! Примите новый приказ. Ремонт окончен. Есть, сэр! Транспорт на ходу. Транспорт на ходу. Едем! Едем! Едем!
выступаем. Есть! Есть! Есть, сэр. Есть вопросы? Уже в пути. Как скажете. Выступаем. Уже в пути. Посмотрим. Посмотрим. Как скажете. Посмотрим. Посмотрим. Выступаем. Посмотрим. Уже в пути. Выступаем. Уже в пути. Посмотрим. Слушаю. Выступаем. Что прикажете? Выступаем. У нас есть раненые. Так точно, сэр. Слушаю. Не выйдет, сэр. Скорее. К бою готовы. Уже в пути. Так точно, сэр.
сэр. Ремонт окончен. К бою готовы. Мы в пути. Есть! Так точно, сэр. Мы в пути. Так точно, сэр. Открыть огонь. Есть! Выступаем. Мы в пути. Транспорт потерян. Так точно, сэр. Есть! Цель уничтожена. У вас есть раненые. Цель уничтожена. Слушаю. Есть, сэр. Так точно, сэр. Готов, сэр. Уже в пути. Уже в пути. Транспорт на ходу. Есть! Ремонт окончен. К бою готовы. К бою готовы. Мы в пути. Мы в пути. Так точно, сэр. Выступаем. Так точно, сэр. Мы в пути. Есть, сэр, мы в пути. Так точно, сэр. Слушаю. Выступаем. К бою готов. Мы в пути. Мы в пути. Есть, сэр. Давай. Уже в пути. Посмотрим. Посмотрим. Уже в пути. Есть, сэр. К бою готовы. Так точно, сэр. Уже в пути. Ремонт окончен. Готов, сэр. Теперь ты в армии. Так точно, сэр. Слушаю. Есть. Слушаю. Не выйдет, сэр. Есть, сэр. Теперь ты... Едем. Едем. Уже в пути. Выступаем. Уже в пути. Уже в пути. Уже в пути. Едем. Вот так. Выступаем. Уже в пути. Уже в пути! Артиллерия готова! Готов, сэр! Так точно, сэр!
Ремонт окончен. Ремонт окончен. Решил последовать примеру Аббаса? Роет себе могилу. Аббасу еще есть что предложить. У этого ничего нет. Надеюсь, вы правы, сэр. Выше нос! Наше дело правое. В кои-то веки.